Я читаю, написано астрокомпас, двигателя, несущий винт. Только ты не заглядывайся. Да? Ты где вообще? Я справа, я на панели. А, на панели? Я думаю, где ты это все? Я только сейчас заметил, какие у меня остроносы эти тапки. Пипец, можно хоть это заколоть ногами. Высота написано. Скорость. Блин, а гараж вот нам нечем построить. Да, нам нужны эти материалы, причем много материалов. Ну, тогда, наверное, достроится там кого-то еще дом, будем все силы на гараж. Ну что, наверное, я один на Дэшкейм поеду, а вы полетите. Хотя, блин, далековато. Как хочешь, Влад. Карта есть? Нету. Нету. А у кого есть? У меня есть. Да? Дашь Владу карту? А чё GPS не везёт? Дам. Зачем GPS? Там еще в первом доме мой GPS должен валяться. Еще во втором доме, который я построил, там уже тоже есть GPS. Чё, Вань, ты будешь строить дом? Я думаю, надо все-таки гараж в первую очередь построить. Че дом? А, это да. Че дома плодить сейчас? Все ресурсы на гараж. Снижаемся немного. Вот так вот мы теперь снижаемся. В жопу Z. Вот то злополучное место справа. Ангар, точнее. Я никогда этих кругов, кстати, не замечал. Кого? Кругов. Мы еще в давних сериях. Мы записали их. Их видели. Черт. Поздно. Зомбики есть? Не видно. Вань. Зомбики? Ну, с моего места не видно. Подожди, сейчас стреляет кто-то? Я не стрелял. Не, куда? Слышишь выстрел? Как будто бы было. Я не слышал. Быстро ДШКМ, сразу карту в этот вертолет скинь. А, Вань, ты можешь даже с места закинуть. Это, короче, нажимаешь карту. Да знаю я, как это делается. Он же нас и научил вообще-то. Ну просто. Все, карта на месте. Так, сейчас я приземлю. Да. А, я этот бензобак скину в этот. Потому что у меня этого нету тулбокса. Бензобак скину в этот. Да, Вань, тебе все придется чинить. Да. А мы пока займемся заправкой вертолета и заправкой. Ой. Беру канистру, начинаю заправлять вертолет. Черт, тут зомби. Черт. Блин, их тут до хера. Там до хера. Это шкем сяду. Так, опять Сандал флудить начал, блин. Да, он убитый в жопу. Черт, они за мной теперь гоняются, ублюдки. Только не стреляй с ДШКМ, Влад. Слезь лучше и отстреливай их нормальным оружием. Спало, да? Ну, хочешь, я подстреливаю с кобры? Сейчас только я... Мне ж надо прицелиться, блин. Нет, такой подозрение, я что-то такое подслушал кого-то. Стреляю, блин, нет, не стреляю пока что. А, черт, зомби, блин, не могу. Это зомби, ребята. Так, сейчас, подожди, не стреляй. Сейчас я спрямочу вниз. Давай. Ух ты, как. Полуфункционально выкинул. Убил, прикинь. Блин, еще сагрилась куча. Блин, за мной один бежит. Ты что, ползунов дофига? Да, это я видел. А, этот готов?
Все, у меня последние 8 патронов. Ё-моё, там... Вот смотри, Лёх, там левых ни агры, они стоят. Страть. Я фал возьму в руки, короче. Я, наверное, за пулемет сяду, чтобы осматриваться. Не за дышкаемовский, а за этот. Зомби ползет. Мелкий там сагрился на кого-то. Бегунок. На меня ничего. Получив в бан. Лысый. Хуе. Ну, вы поняли. Я вот не знаю, выйдет он из этого места или нет. Да? Я вот тоже думал такой. Кстати, блин, а его ж вроде вытаскивали. Все-таки. Мы ж его находили. Все-таки. Надо как-нибудь там попробовать. Ну, если что, то поснимаем запчасти обратно. А блин, что я все время с водительской-то стороны выхожу? А, черт, зомби, уйди от меня. Уйди. Вы по сторонам видишь? Тоже поглядывайте, потому что мы тут легкая добыча сейчас. Да я тут бегаю с фалом и на очередь. Так, у кого бензобак? Фал. У кого бензобак? Я скинул вверх. Ага. Все в вертолете. Короче, с этой стороны более-менее смотрю. Отстрелить бы сейчас на базу. Черт, лоханулся немного. А, не, под мышкой наверх. Ты что там, нет, отливаешь, что ли? Нет, наоборот, заливаю, но, блин, я не смог сесть из-за того, что я не так подошел. Даже полбака еще нету. Кстати, Лёх, меня видно нормально? Или не так уж? Да не, нормально вроде видно. Сейчас я, правда, тебя сейчас не вижу в данный момент. Ты дело. Я на вышке справа. На вышке справа? От вертолета. Вертолет справа. А, вон она. Ну, потемнеет. Ой, вот это тебя херово видно. Вон, вот класс. Я не вижу. Ну все, теперь надо заправлять. Кстати, ребят, вот что интересно. На этом Ми есть фары. Я вчера их испробовал. Как светит? Ну, блин, они светят вперед, получается. Я попробую выехать. И еще у него активно включается. Перекреститесь. Подожди, ты двигатель поставил? Да. Заправил? Давай. Господи. Выехал. Всё. Ничего не по это. Вроде ничего не покоцалось. Полностью заправлен? Нет, на самом донышке мигает. Я сейчас подъеду поближе к бочке. Я это, наверное, быстренько в этот. Ничего, парень, я тебе 80-литровку сразу закину. Подбегу, короче, к автостану. А, кстати, а, патроны нет, хоть есть? Конечно. Есть. 5 по 50. По 50? Да. По 50. По 50. По 50. Еще по 50. По полста. Не, просто этот камеди, да. Тоже Влад смотрел, да? Да. Прикольно. А, вы такой. Какой? Такой-сякой. Какой-сякой. О, большой гараж, чертеж, находили вы? Нет. Кстати, у нас вроде есть там. Ксила, тебя зовут. Да-да, я вижу. Where are you going? Только не пиши, куда мы именно. Мы сейчас, типа, полетим на базу так и так. Напиши, а что там? Ладно. Так, я захожу слева.
Ну что, ДШКМ надо будет, наверное, где-то пока в лесу затарить. Да, блин, придется. Недалеко от базы, вот где я вертолет прятал, там столько прям густых елок друг к другу рядом растут. Вот там можно заныкать. А, короче, они там строят дом. Еще один. Ну там вонючий же заложил еще фундамент. А еще там на берегу? Да. У нас там 4 дома уже стоит. Так, наполняю последнюю канистру, готов лететь. Кто-нибудь заправил ДШКМ? Заправил полностью, по-моему. Влад. Проверь. Сейчас посмотрю. А, вы что там? Карту забрал? Карту забрал? Карту? Да. Полный. Отлично. Я туда 80-литровки закинул, 2 штуки. Ну как, залил. Вань, тогда садись давай. 10 километров. Да. Сейчас, не знаю, медленно. Давай, мы чуть-чуть прикрытие тебе сделаем. Ну, Ваня, сделаем. Я же не могу стрелять от борта. Хотя могу сразу переключиться на этот. Так, вы пока взлетаете? Давай, езжай. А, я же сразу могу на пулемет, что вы это. Как бы тебе не врезаться. Давай, Влад, езжай. Ваня сел? Да. Сразу на прямки поехал, ту сторону. Я по... Там разве выехать можно? По правому борту. Там же развернулся, реально. Кстати, я карту отдал, а метка у меня все равно осталась. Офигеть, ты бы это видел. На зомби наехал, он взял такой, но дыбы стало машинка. Ты аккуратней. Хороший знак. Хорошего водителя. Я видишь, Ваня? Да, ты у меня в прицеле. Стреляй. А потом озвучку заменим, типа того. Это враги едут, давайте их мочить, да? Да, 10 километров медленно лететь, это будет сложно. Джимми. А через что там? Через города бы не... Джимми, это же тоже их, да? Это Дима. Кстати, не да. Уверен. Это Джимми Дима. Джимми, это Дима? Да. Блин, мне здесь ПНВ бы не помешал. Я вроде более-менее сейчас вижу все. Да, тебе бы, конечно, не помешал бы. Потому что внизу на темном фоне. Кстати, мы и через Сабину там едем. Нифига не. Нет, через лепесток. А, блин, плотненько, конечно. Через запад на восток. Кстати, автозависание уже почти что не использую. Чисто да. Так. А лицо. Даже торможу уже так. Видишь меня? Да, отлично вижу. Я не вижу. Слева по дороге. Ну, слева я не вижу. Да. Он же справа так видит. Я могу еще сверху посмотреть. Завтра, да? Девять? Всего-то? Давай. Ехать. Гал. Я думал, ты едешь 9 километров. Ванюшу, блиц убил с печенега. Ё-моё. А, он же умер и где-то зареспился, и там его, наверное, накрыли. Скорее всего. Видать, на вражескую базу. Ой, на админскую базу полез. А, блиц, это же админ, да? Он это админ. Блиц, да. Ваня. Я говорю, он походу на психопат. Базу поехал. Я вас не вижу, люди. Я вижу. Я тебя тоже вижу. Твою мать, я же сказал сидеть на базе. Ё-моё. Добился он таки своего. Вань, спроси, где он, примерно, на базе? Вот, может, мы его сейчас накроем. Вряд ли. Не, вдруг. Просто вы перехватите, а я, может, доеду с печенега подстрелять. Я же могу сразу наводить на этого. Но нам так-то нет.
Молбанит сзади. Всего. Много, конечно. Вот в том-то и дело, то, что это наверх не хватит. Блин, я почти не вижу ничего из этого поля. А вот это, блин. Блин. Твою мать, на админ, на базу админы напали. Ну зашибись. А чё, сейчас есть смысл туда идти, интересно, на базу? По-моему, нет. Да, а чё они там возьмут? Ну, возьмут один вертолет тот и все. Два там. Который уже забрали. Хотя там убитый один. Но надо оставить этот, потому что... Капцы. У меня еще идея такая бешеная, на маленький остров полететь. Черт, я... А, вот, вижу, вот. Маленький остров полететь и там вылететь. Блин, я правый борт вообще обозревать не могу. Мне надо пересесть, чтобы... То есть левый борт. Давай я тебе чуть-чуть. А левый? Да, чтобы слева видеть, мне надо на левое место пересесть. Блин, а как мне пересесть? Там патронов ничего нет. Ничего не вижу. Там нет забора. Чёрт, ты видишь, Влада, Лёх? Воу. Есть, чёрт. Ты чё там, врезаешься? Да тут заборчик такой, думал, собью он себя. Ой, ничего не повредил. Ё-моё. Я сейчас это объезжаю с левой стороны. По железной полосе. Уедусь. Скажешь, когда выйдешь? Пока... О, видишь меня? Нет, ты уже едешь? Вправо, видишь? Вправо? На фары включи. Всё, вижу, давай езжай. Блин, я тебя подключу без фары. Я никогда не вижу. На беспалевности можно забыть, когда вертолёт промлетит. Давай, Влад, левее на дорогу сейчас выйдешь на железную. Да? А можешь ещё левее, там на шоссе прям будешь. Это эскорт какой-то, блин. Блин, эскорт. Ну я не знаю, он туда стоит. Где это будет? Выехал на дорогу, вижу тебя. Чисто. Люди, еще раз прошу, стоит ли ехать туда уже или нет? Вряд ли, конечно, но блин, едем. Они, скорее всего, улетели уже. А может, нет, может, они продолжают стрелять. Можно не доехать где-то с километр и пойти проверить, зачистить, если что. Но без ПНВ туго, конечно. У них уже ПНВ есть. Можно было бы одного... О, отвлекающий маневр. Мишка будет, а Ваня будет за ДШКМ. Ты попробуй будешь. Да, я сажусь с ним, но ДШКМ сразу с водителя. Устанавливаю за почтом быть. Меня видите? Да. Ага, мы уже в этом, в Ярославе. Sleeping house. Спит в доме. Это восстановление крови. Нет, а. Подожди. Может, спросишь в скайпе? Я спрашиваю. Я остановился. Давид, тебя не вижу. Я стою. Там. Они там. Может, заводишь там? Блиц, убирайся. На чём они прилетели?
Они сидят, стерегут, короче, этого... Пашу. Он в доме, да? Они не на верте. Не на верте. А что ты, а что такое он написал? Guys. So, guys. Гиб. Мой вертолет обратно. Они пешком или на машине пишут? А, Гива, он ошибся. Угу. Верните мой вертолет, в смысле? Они у него верт забрали? А, походу. Воу, я чувака видел. Черту чувака. Ваня, я тебя могу в лесу высадить попробовать. Это к нам еще 3 км фигачит. Я знаю. Вижу Влада уже. Ты его сначала потерял. Ну, сейчас фарами светит вовсю. А, вижу. Не знаю. Там один или двое? Несколько, по-моему. Ну, блиц точно. Блин, с ПНВ хреново будет, но попробуем. А, блин, жалко, конечно, у меня рюкзак сейчас самый крутой, если потеряю. Да. Ну, я не знаю, мог бы не быть отвлекающим маневром, в принципе, а на ДШКМ своем сесть. Патрон тут дофинищу. Но прицеливаться почему-то не могу я. Типа, от мушки. Можешь мне подъехать потихонечку, а, не даже выйти? Бинокль у меня есть, интересно. Посмотреть, что там почем. А потом врываться у них. Не знаю. Тем временем у нас 2 километра осталось до места. Вижу. Так что? Не знаю. Вань, что ты думаешь? Насчет чего? Я читаю чат просто. Как там врываться? Врываться? Подкрадываться, а не врываться. Подкрадываться тут не получится. Так чё, я на своей машине останавливаю... Это, где-нибудь заныкаю машину? Думаешь, стоит? А? Думаешь, стоит? Ну... Нищу убили. Нищу? А он случайно... Подожди. А днище был в доме? Днище? Да, по-моему. Знаете что, люди? Предлагаю вам полететь, летать. Ваня будет стрелять, я буду тем временем подкрадываться. Короче, Вань, готов? Там наших нету ведь теперь, да? Уже вроде нету. Ну, попёрли. Если я что-то там увижу. Сейчас, погоди, я спрошу. Все ли умерли там? Блин, не видно же ни хрена, не знаешь никогда, когда пригодится. Все умерли, все, давай, Ваня, врываемся. Никогда не знаешь, когда пригодится ПНВ. Вот именно. Не знаю, вот километры, наверное, что-то выгружают где-нибудь. Смотри, они должны быть сейчас снизу, через 3, 2... У меня метка стоит, но я ничего не вижу. Ночь глухая. Я вижу 3 домика только. Я тоже. Блин, разворот у меня еще пока что не ладится. С разворотами надо потренироваться. Прилетайте, я, короче, заныкаю машину, поставлю... из координации к нему. В общем, это гиблое дело. В такую ночь без ПНВ мы там не навоюем ничего, только потеряем то, что есть. Что делаем? Надо куда-то ныкаться. Например. И ждать рассвета. Ныкаться, потом... Да ныкаться это... Полетели потом в сектор Б. За ПНВ-хами. Ладно, надо тогда забирать как-нибудь. Я записал координаты машины, если чё. В камени сможешь выйти? В камени? Далековато?
А, не, а чё бы нет? Может быть, всё-таки на поле где-нибудь? 87-51 я сейчас пробегу. 700 метров. Как? 87-51? 87-51, да. Блин, 87... Наверное, реально за ПНВ-хами чисто побежу. 51. Туда. Нашёл, нашёл, нашёл. Давай, это тебе там... Но нифига не видно, даже... Что-то тебя зовут, блин. My little cat. Чё меня? Я маленький кот. А, это немецкий, он немец. И маленький кот нуждается в чём-то. В колесах. Влад, давай мы на поле. Там, я надеюсь, никто открытым дом не оставил. Ну там ящики, блин. Да-да-да, ящики. Ну мы вроде как ясно на... Лёха, можешь немного... сейчас... правее как? Вот сейчас ты летишь правее немного дать. И вперед. Блин, вы еще что-то видите в этой тьме? Я его, Лёх, вижу. Еще правее. О-о-о, правее. Иксом, цешка развернись. Справа. Еще. Вот так, стоп, видишь меня? Стой. Видел, по-моему, сейчас. Вот он я. Вон вот он, вижу. Включай. Включай пары. Я не буду. Давай, иди. Сади. Да, в сектор Б? Да. Не, летим в сектор Б сейчас? Да, наверное. За ПНВшками, может, да. Да, все летели. Ставлю, быстро. Сейчас погоди. Мне нужно на сектор Б поставить. Вот так. Все. Хотя мы точно так же там ничего не будем видеть. Да, ну ПНВшки я попробую. Я сейчас, может, луна зайдет. А рестарт был после того, как вы забирали их оттуда? Наверное. Лех, вы когда забирали? Ну, давненько, в принципе. Но тогда еще раз рестарт был. Может, остались еще. Я их попугая. Буду агрессивно в них прицеливаться. Полетели в сектор Б. Там 10 вертолетов, бля. Знаешь, манят нас. Ага. Красный. А Сандал что написал? And mine heli too. Чё за фигня? И мой вертолет тоже? Да. А это к чему? Это то, что походу Сандали, это Tox Case вроде с ним или нет? На записи надо у тебя посмотреть. Ну вроде бы да, они переписывались. 200 метров. 50. 40, 30, 20. 10. О, 209, ровно. Короче, со мной проблем нету. Чё за кей-кей? Лёх. Какая это... Этот, окей, типа. Влад, за тобой начали охоту. А вот не пофигу. Днище. Днище, кот и Ванюша, вы попали, походу.
Короче, Вань, тут такая история, походу они уперли эти вертолеты у них. Ну, скорее всего. А они, походу, у них один из вертов наш. Хотя нет, хотя сервер все-таки сбрасывал всю технику. Мы тогда, наверное, лишились, а не из-за того, что они угнали. Они не угоняли. Да. Вот. Мы же над аэродромом пролетали, тот медицинский опять там на месте спавна. Ты вертолет полностью заправлял, Лёх? Нет, у меня полбака до сих пор. Ну я вот. Да, нереально. Нереально не видно. Вот, мы уже подлетаем 1.5 километра. Подлетай примерно сразу к ангарам. Вот помнишь, где была Мишка? Примерно туда сразу подлетай. Я уже сейчас после них. Блин, и все-таки я хочу попробовать. Фига прицел зумируется. Ну я говорю. Блин, я кроме взлетной полосы ничего не вижу. Я кроме ангаров и взлетной полосы ничего не вижу. Да, а как тут ботов увидеть, я не знаю. ПНВ. Которого у нас нету. Офигенный зум. Просто офигенный. Блин, мне бы еще видеть, куда я приземляюсь. Ую. Не надо, Леха, стреляют. Выключи, выключи, выключи. Молодцы. Энджин повредили. Молодцы. Я лечу, лечу, лечу. Я на место пассажира пошел. А то что-то там пули засвистели. Энджин у нас оранжевый. Оранжевый еще не красный. Оранжевый энджин. Оранжевый. Оранжевые. Оранжевый наш энджин, оранжевый сектор Б. Это, Вань, ты на корму можешь? А, ладно, давай я сяду. Все, извиняюсь, больше не буду врубать, не переживай. Я в пассажирском отделении сижу. В кабине. Я смотрю на приборы. Смотри на меня. На меня смотри. Да, второй заход только без флаг. А вы далеко проходили или только здесь грузовики установили? Мы примерно чуть заднее, вот как МИ был, где примерно садили туда, примерно раньше садили. А в принципе ночью без разницы, главное вот плохо кто-то пару включил, конечно. Сейчас опять спали. Не-не-не, сейчас. Кстати, не стреляли, по-моему, даже неподалеку, по-моему. Да их нифига, сейчас их нифига не видно. Стреляй, по-моему, недалеко. Скажи коту, что сказать коту, блин. Оба стреляют. Да. Черт, 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 черт. Стреляй от него. А где он? А ты его видишь? Нет, нет, не видел. Ну, примерно в какой-то стороне. Блин, уже крат. Это походу люди, это люди похоже. Знаешь что, давай отлети, повернись боком, может я буду стрелять в то место примерно. Да, движок уже красенький. Морковники. Не, может жопу? По-моему, да. Что-то у нас сегодня ничего не получается. Ночь слишком темная, блин. Вообще не видать. Что, обратно туда лететь? Этим? Нам всего лишь одну КНГ. Блин, у меня... Хочу карты, нет, я не помню. А я же тебе. Ой, ты меня отдал. Я скидываю обратно в них.
понял. Так, чё, куда летим-то? Куда ты на Антарик? Может, в этот как раз таки помнишь? Остров Шибек, Шибеник точнее. Шибеник, Шибеник, а где этот Шибеник? Всё на Шибеник? А где этот Шибеник? А, вот, нашёл. А, где это, тюрьма, что ли? Да-да-да-да-да. Полетели. Зачем туда? Старить, заканчивать, думаю, можно. Денег. А потом мы оттуда не выберемся опять. Подожди, какой шипенек? Вертолет угонит, и опять оттуда не выберемся. Может, не надо на острове? А куда ты там? Может, на маленьком острове кто-нибудь? А куда ты туда предлагаешь старить? Подожди. Или вообще где-нибудь. Вот. Давай, есть? Твои предложения тогда. Вот смотри. 82-32. 82-32 это где? Недалеко от базы. 82-32. Нифига. Можно, да, вполне возможно. Нет, там палево. Там уже вот в этой стороне вообще палево. Да везде палево. Я думал, палево. Вообще где. Нет, где-нибудь даже вот видите, да, вот Дубово, вот где этот аэродром, справа где-нибудь. Можно ли? Давайте быстрее, у нас как бы топливо, знаете, кончается. У нас топливо дофига. Айда туда, Лёх. И база недалеко. Да. Ну куда я сказал? А вот. Да. А вот. Пробуйте. Так я вот как знаю, что. Надо только спрыгнуть. И чтобы посадить нормально вертолет. Покомандовать. Может, ВОЗ этот самый Дима? Mm-hmm. Нет? Что там, мне ничего не видно? Так, всё не останавливается. Тогда с внутренней стороны. Посмотрите, только Space на сервере нет. Куда полетел? А, я лечу дальше. Все, полетел. Да че? Мы же наш Шибеник хотели. Нет. Если верт уходит, мы опять там будем в ловушке. А где мы? В полуострове где-то? Ну сейчас прям над это будет прилетать, над нашей точкой. Они примерно увидят нас, побегут в ту сторону, где они прилетели. Мы таким образом навеем их на наш верх. Или может сейчас они там на вертолете нас ждут. Я спрыгну с парашютом. Там сейчас? На счет три. Раз, два. Рано. Вот можешь сейчас прыгать. Ты серьезно прыгаешь? Первый пошел. А чё я? Чё, я тоже прыгать буду, что ли? Я не знаю. А ты чё? Ты ныкать будешь? Угу. Мне нужно там просто приземлить как-то. Так. Блин, Лёх, мы просто неподалёку, они, может, нас увидеть сейчас. Ванюша нас видит, слышит. Чёрт, если б я здесь что-нибудь видел. Офигеть, да, нифига не видать. Меня куда-то в сторону унесло немножко. Плохо.
Очень гадо, точно сопрут. Или сейчас убьют. Я слышу машину внизу. Ништяк. Я о чем? Где именно? Да прямо почти подо мной. Они меня встречают. О-о-о, нифига ты улетел. Чёрта с два, блин, по нам палят. Где? А. Ты этого чит типа не чувствуешь. Неужели это до ШКМ стерли? Сейчас меня тоже убьют, походу. Я не вижу, куда я стреляю. О, у меня попали. Ё-моё, вот это жопа. Всё, я сейчас сдохну. О, мы всё-таки до ШКМ как-то досперли. И пикап еще вдобавок. Или это пикап. Я отвлекаю от Вани. Пытаюсь стрелять. Вань уже не жилет, по-моему. Улетаю. Вань, сколько крови? Немного. У тебя, блин, рюкзак самый крутой. Надо тебе выходить сейчас. Мне надо перевязаться. Да. Ты уже приземлился? Я ухожу оттуда. Патронов мало. И как так? Не, без ПНВ уже стало нереально. А, я не знаю, куда лететь. Я скажу. Можешь в районе 112-144? Знать бы, где этот еще район. Это левее Белой горы. Где-то... Фу, народ. Живой? Живой? Да. Да вроде живой. Так, скажи еще раз координаты. Я скажу 112-144. Да? 5 километров. 112? А, или еще где? Да, где-то там. 112-144? Да. Там же гора идет, как это, лес чистый. Тогда знаешь, что где-нибудь на берегу 98-110. Так, 98-110, говоришь? Вань, выходи, перевяжись и выходи из серва. Я перевязался, но... Твой сервак... Ой, твой рюкзак очень важен. Да блин, Влад, лут это... Найдем еще кучу. Да. А, найдем. Но у них ПНВ, они вообще все видят, а мы вообще ничего не видим. Куда мне дернуть бы сейчас, а? Я не понял, они были, блин, с какой стороны? Я сейчас бежал и в какой-то камень уперся. И куда мне сейчас убегать, я понятия не имею. Ага. Я бежал вот в эту сторону, уперся в камень. Если я побегу вон в ту сторону... Блин, нам бы тебя забрать как-нибудь. У меня... Не, это палевно будет жестко, чё. Ну а куда еще? По-моему, особенно и не палевное, и это. Черт, я чуть... ни хера там не вижу. Вы далеко улетели? Да. Километров 6-7. Я сам ничего не вижу. А, давай я это отдалю камеру, чтобы ты елки пытался не задеть. Пускай сейчас где-нибудь на уровне елки, я буду примерно присматриваться. Я тоже нифига не вижу. А, тут домик какой-то, что ли? Это маяк. А, маяк. Вы в каком квадрате? Сейчас скажу. 98-109. 98-109, да. Так, я отдалил. Так, да, потихоньку опускайся. 98 поверху, вы далеко смылись.
Да. Да блин, по нам там полили с двух пушек. Я лег тулбокс а, есть? Нет. На мысе на таком вы. Угу. Ну вроде все пронесло. Че, народ? На сегодня все? Да, я думаю. До новых встреч. Нам надо выжить. Нам нужно выжить в этом суровом мире. Всем пока. Пока всем. До скорой встречи.